Администрация муниципалитета уже передала на краевой уровень согласие принять новые объекты, а также согласие от учреждений. В распоряжение школы Олимпийского резерва номер 1 поступит стадион Витязева, а спортивная школа номер 7 получит поле в станице Анапской. Следующим шагом будет документ, подготовленный региональным департаментом имущественных отношений. В нем укажут перечень всего имущества, которое передадут на баланс администрации Анапы. Пока идет передача, мы совместно с Министерством спорта Краснодарского края подумали о том, чтобы уже непосредственно наши и тренеры, и футболисты могли осваиваться на обоих тренировочных площадках. Сейчас мы готовим весь пакет документов для того, чтобы сначала получить это безвозмездное пользование, для того, чтобы мы могли понимать, как ухаживать за полем, как это все практически в эксплуатационных характеристиках. Мы хотим максимально для того, чтобы пока есть погода, еще есть возможность поиграть на открытом воздухе, для того, чтобы дети как можно быстрее попробовали свои силы на этих тренировочных площадках и там.